Приветствую всех на своем канале. Новый экземпляр появился у нас. Это Hyundai HMC-300. Такой красивый аппарат. Где-то 80 сантиметров в высоту. В виде цилиндра такой тубы. Симпатичные две пищалки, два оппозитных. А один басовый динамик, а один вот широкополосный. Две пищалки и подсветка, да, дисплей вверху. Вот что он у нас, караоке, понятно, она сейчас везде у всех. Что еще интересного? USB, да, два входа для микрофона, понятно, FM, подсветка, ну и 17899. Что лично мне понравилось, вот такого плана бегунки, очень удобные, так достаточно неплохо продуманы, так приятно их двигать, можно как пальцами влево вправо, так и в принципе посерединке двигать. Достаточно интересно сделаны. Сегментный, ввели сегментная ручка громкости, она безлимитная в обе стороны. Вот, а это у нас основная громкость, а это у нас мульти громкости я так понимаю, это громкость, которая одновременно увеличивает, я так понимаю, и музыку, и микрофон. То есть и караоке, и основную мелодию, я так понимаю. Ну, все остальное, в общем-то, стандартно. Ручка наверху. Вот такой интересный, красивый аппарат. Это из новинок.